В Косове прошли соревнования по дайвингу. Смельчаки прыгали в реку с моста высотой с многоэтажку 22 метра над водой. В этом году состязание «Юбилей» конкурс устроили в 60-й раз. По-албански мост называется «Вшайт», а по-хорватски «Шванский мост». Переправу через Белый Дрим построили в 18 веке. Ее рушили и восстанавливали несколько раз в годы Первой мировой войны и во время военного конфликта на Балканах в конце прошлого века. Ежегодно сотни человек съезжаются посмотреть на спортсменов-любителей. В этом году победителей сразу двое. По словам призеров, их успех – плод упорных тренировок. Мечта воплотилась в жизнь. Я участвую в соревнованиях с 2003 года, но всегда занимал только 4-е, 5-е или 6-е места. Но в этом году я как следует подготовился и выиграл.